Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я расскажу, как пройти верификацию в кошельке Perfect Money. Зарегистрировавшись, авторизовываетесь в кошельке, нажимаете вот здесь «Настройки», заполняете фамилия, имя, отчество, адрес, город, страна, почтовый индекс, электронная почта, телефон и нажимаете «Верификация аккаунта». Управление верификацией нажимаем. Здесь у меня имя верифицировано. Отправляете лицевую сторону своего паспорта. Очень важно, чтобы все цифры были четкими. Или сканируете и отправляете. Мне возвращали несколько раз, поэтому очень важно, чтобы фотография была четкая. Дальше верификация адреса. Здесь очень важно, что страница прописки в паспорте не является подтверждением вашего адреса. Пойдите на почту и отправьте самому себе открытку. Вот у меня счета за коммунальные услуги с моим именем возвращали несколько раз и не принимали. Идете на почту, отправляете себе открытку. Главное, чтобы был ваш адрес, фамилия, имя, отчество и печать почты. Смотрите, сколько раз у меня не принимали верификацию. Вы только посмотрите, сколько раз мне отфутболивали. Видите статус? Не прошел. Перевести. Отклонено. Но я все равно своего добилась. Я девушка упертая. И мне осталось пройти верификацию телефона. Заходите в верификацию телефона. И голосовая проверка телефона. Вам по-английски приходит код 4-значный, который вы должны будете ввести вот в такую графу. Сразу советую вам закачать себе на телефон с Play Market запись звонков, чтобы прослушать, записать себе на листочке, чтобы не ошибиться. Повторяют один раз этот пин-код. Вот и все. Вот так я прошла верификацию в кошельке Perfect Money.